Генпрокуратура співпрацює з фондом Сороса. Цю інформацію оприлюднив колишній заступник міністра юстиції Володимир Богатир. Він написав кілька запитів до Генпрокуратури і отримав офіційні відповіді. Тож у структурі визнали, що співпрацюють з фондом Джорджа Сороса «Відродження». Зокрема, цей фонд сприяв організації закордонних відряджень співробітників Генеральної прокуратури. Утім, облік відряджень Генпрокуратура не вела. Ну, дуже цікаве питання, і, в принципі, якщо ми повернемося трохи назад, то ми будемо бачити скандал щодо звільнення Шокіна і призначення на посаду Луценка, на посаду генерального прокурора. І фактично офіційно Байден і, по суті, вся адміністрація Обами виявили, що вони працювали на зміну генерального прокурора в Україні. От, пане Микита, тобто, цікава ситуація виходить, коли з-за кордону ставлять свого прокурора, який їх влаштовує. Якщо ми логічно будемо мислити, навіщо це? Навіщо закордонній країні, десь іншій якійсь країні, ставити свого прокурора? Щоб контролювати фактично, що є якась каста неприкасаємих, як це в нас прийнято казати, і щоб їх не чіпали. Це можна контролювати через Генеральну прокуратуру і посаду Генерального прокурора. Да. Тобто, фактично, ми маємо ситуацію, коли в нас ставлять Генерального прокурора з конкретною метою, що в нас була в Україні каста тих людей, яких не можна чіпати. Тобто, їм можна все – вбивати людей, корупцію влаштовувати, красти з бюджету, але їх просто не притягнуть до відповідальності. І зараз виявляється, що навіть закордонні відрядження оплачувались з якихось фондів за кордоном. Так, і прокуратура би там не вела, я працював в МВД в молодості, розумієте, щоб це прокуратура, і не знали, скільки у них людей поїхало відрядження за фондом Сороса. Ну, а хто забив, я можу напомнити. Сорос – венгерський єврей, якого спасли родителі во время Второй мировой войны. Это уничтожение. Благодарность, он разорил Венгрию. В Венгрии он фигуроград, запрещенный езд. Дальше. В Великой Британии, он, извините за термин, опустил фунт стерлингов настолько, что после того, как он его довел до практического дефолта, вот этот, с позволения сказать, существо, объявлен фигурой невъездной. Если он туда заедет, его сразу арестуют. Венгрия и Британия, его родина, собственно, и так дальше. Наши, это надо какое чувство юмора иметь, чтобы за его деньги не только ездить, но и признаваться в этом. Понимаете? То есть это компаративистская буржуазия, как говорил когда-то Ленин. Будем говорить проще, чтобы не возникало гонений на канал. Это продажная буржуазия или ее ставленники. Цель – взять, раскрасть и уехать. Куда уехать? Кто поедет, как Гончарук, если я не ошибаюсь, во Франции, кто-то Милованов во Францию, кто-то, как Гончарук, в Соединенные Штаты Америки, кто хочет воевать, поедет в Израиль, понимаете, там очередное идет обострение обстановки. Но я условно говорю, ну уже никто не поедет в Китай, никто не поедет в Москву. Поедут все на Запад. Ради этого они, у них цель – своровать как можно больше. Еще самое главное. Когда вам говорят о зарплатах министров, плюнь дурный вивочи, как сказано в пропалой грамоте. Я работал с кабминовскими некоторый период, я не буду говорить о нем. Я знаю, как получают эти министры. Вы думаете, ситуация изменилась, денежные потоки не идут в министерство? Наш уважаемый Коболев сейчас может отказаться от миллионных зарплат, он мало что потеряет. Это просто никто не хочет расследовать, потому что смотри выше. Вся прокуратура и все министры кормятся из одной кормушки. Дякую, пане Михайло. А вот с вашей точки зрения, почему мы сейчас, в принципе, мы сейчас реагируем на эту ситуацию, но фактически ничего не можем сделать. Без Генеральной прокуратуры невозможно открыть жодної криминальной справы. Тобто немає, просто не буде людини, яка буде представляти у суді сторону держави. І якщо там якась фігура, яка виконує вказівки за кордону, це все. У мене питання такий, знаєте, риторичний. А останні років
6. У нас разве что прокуратура, что ли, была? А что, Луценко – это прокуратура? С собакой танцевать? Вот чем занимался прокурор. Это человек не юридического образования, не опыта работы, ну вообще с улицей. Его единственная практика в юриспонденции – это то, что он отсидел. Вот это единственное, где он сталкивался с органами прокуратуры. Вот и за это, наверное, за эти заслуги его поставили генпрокурором. Дальше всякие это Шокин. Будем дело Байдена расследовать, не будем. Будешь расследовать, усидишь, не будешь, убирайте. Понимаете, но это внешне управляемое настолько очевидно, но до какого-то не то, что безумие доходит, до абсурда. Это настолько, как тесто с кастрюли вылазит все и даже и не пытается скрывать. Вы поймите, даже никто не хочет, даже мину при плохой игре никто не делает. Да, так и все. А как мы посчитаем, если он в конверте получил или там через жену передали или что? Как мы? Он правильно сказал, вот Сорос дал, например, условно, по 10 тысяч долларов. Он приехал, сказал, скики тебе дали, да, там якусь тысячу дали и все. Он же тоже не признается. Это все теневое, это все на государственном уровне, это на уровне генпрокуратуры. Это что значит? Государство Украина идет по стезе самоуничтожения. Это просто настолько сейчас ярко выражено, что институты власти деградировали, а не просто умирают, это шайки. Это не институты власти, это просто банды, шайки, клуб по интересам.